Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, гости нашего канала. Хотела вам показать, мы вышли в поле, находимся. И вот трава высокая. Вспоминаю себя в детстве, как ходила, и мне трава тоже вот до шеи, по шее была. Очень такое чувство. Но в особенности здесь, когда идешь через траву, видно шалфей полевой. Потому что шалфей есть еще аптечный, как его называют. Ну, облагороженный, скажем так. А это дикий полевой шалфей. Очень красиво цветет. Он расцветает такой синими и даже похожим на орхидеи чем-то. Так вот, шалфей полевой, он по своим свойствам сильнее, чем другой облагороженный шалфей. Я уже рассказывала в своих первых видео, что это бесценный сбор будет для мужчин, для усиления потенции, а также для урологических проблем, урологических, то есть мочевыделительная система у мужчин особенно. Полевой шалфей успокаивает кишечник, нормализует работу поджелудочной железы, благоприятно сказывается на печень, облегчает, успокаивает почки. А также шалфей очень хорошо при кожных таких заболеваниях, как это не заболевание, это вот когда вас сыпь или расчесы, некоторые укусы насекомых и т.д. и т.п. Шалфеем ополаскивают волосы женщины, у которых слабые волосы, примерно, чтобы их тонизировать, да, тонус, жизнь. Вот именно отвар полевого шалфея дает такую жизненную силу волосам. Также шалфей в виде отваров и с добавлением желатина, гелеобразная масса такая получается. Каждый день можно ее растворять на водяной бане, окунать туда салфетки бумажные и прикладывать на лицо в виде маски для лица. Это очень хорошо питает кожу, омолаживает, убирает, ну, подлечивает поры, скажем так, чистит поры и удаляет все эти воспаления гнойничковой сыпи и т.д. и т.п. Вот несколько слов про шалфей, а также запах полевого шалфея несравним с облаком. Это такой запах, это надо просто взять и понюхать. И ты не можешь просто нанюхаться этого всего, потому что это настолько дает жизненные силы. Силы жить, силы действовать, веселое настроение, что-нибудь веселое. Всеобъемлющая любовь некая, созидание и, конечно, присутствие себя и благодарность за это в этом мире. Ну и силам высшим. На этом все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня!